Всем-всем добрый день! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на улице дождь идет. Прям вообще. Сейчас вот покажу вам. И вот в такой вот непогожий денечек решила испечь чебуреки с куриным фаршем. И не на дрожжевом тесте, а на сметанке заведу. Обычно я делаю их на сметане. И они тогда лежат хоть 3 дня. Пока, в общем, не съедим, будут мягкие. Как блинчики, откусываешь губами. Итак, если кому интересно, оставайтесь со мною. Берем вот 150 миллилитров молока. Я сейчас подогрею в микроволновке. На 30 секунд поставлю. Молочко подогрели, выливаем нашу посудину. У меня прям посудина ого-го. Так, добавляем сюда сметаны. 3 ложки прям таких гарных. И 3. Вот 3 ложки. Даже 1 яйцо. Булькнем. Чайную ложечку солички. Сахар не надо, потому что это будут чебуреки у нас с мясом. И добавляем сюда обязательно пищевую соду. 1/2 чайной ложечки. Вот у меня вот десертная, прям маленькая ложечка такая. И сейчас здесь погасится у нас заодно сметанки и сода. Все быстренько перемешиваем все. Сейчас будем просеивать муку. Тесто нам нужно замесить мягкое, такое, чтобы оно и к рукам не липло, ну и было не тугое. Добавляем постепенно муку. Этого теста можно делать любую начинку. Со щавлем можно сделать, и можно и с вареньем, с повидлом, с яблочным тоже будет вкусно. Такие вот мягкие-мягкие. Можно вытаскивать венчик и вымешивать дальше руками. Припыляем мукой. Сильно мукой не забиваем. Вот видите, какое оно должно получиться. Мягкое. Такое вот мягкое должно получиться наше тесто. Все. Положили опять сюда же в таз наш, где вымешивали. Накрываем пищевой пленочкой. Все, пусть постоит 1/2 часа. Добавляем лучок. Лучок я режу не очень мелко. Прям. Так, 380 грамм. 380. И добавляем сюда. Я порезала 4 маленьких луковицы. Я все взвесила на весах. У меня здесь получилось 400 грамм фарша и 150 грамм лука. Смешиваю. Добавляем соль. У меня вот здесь вот есть соль такая хорошая, она с травами, душистая, прям такая. Присаливаем. Чуть-чуть зиры разотру. Люблю зиру. Тоже фаршик добавлю. Так, и черный перец молотый. Так, трошки притрусим. Если хотите, можете добавить немножечко воды кипяченой. И я обычно добавляю вот немножечко, ложечки 2 молочка, чтобы фарш был такой сочный у нас. 2-3 ложки. И все, вымешиваем фаршик. Все, пока у нас тесто там стоит, у нас и лук замаринуется в мясе. Пыляем нашу рабочую поверхность. Тесточка наша полежала. Его чуть-чуть, не забивая мукой. Все достаточно. Ставим. Раскатали колбаску и режем. Какой вы хотите чебурек? Большой, маленький? Я вот, мы любим такой, такой, чтобы уже можно было хоть что-то в руки взять. Чебурек так чебурек. Пирожок так пирожок.
такие вот лепешечки. По толщине прям вот такой вот, видите, тоненький. Масло я налила, раскатала я свои лепешечки. И теперь вот фаршик накладываем. И начинаем лепить наши чебуреки. Я вот так делаю. Раз конвертик сложила напополам. Пальчиками придавила. Беру чистую вилочку. Придавила. И вот так еще потом прихлопнула. Все, готов. Такой вот получается. Быстро делаются. Так, только вилочку надо в мукичку чуть-чуть вот так обмакивать, чтобы вилка не прилипала к тесту. И опять придавили. Растянули мясо внутри чебурека. Как бы я растягиваю. Я вас не учу ни в коем случае. Такого в мыслях даже не было. Так, вот просто показываю, как я делаю. Так, придавили. И следующий. Так, вот видите, как все у нас гарно. Выкладываем. Все, зашкварчали. О, красота. Делаем медленный газ, потому что надо нам, чтобы фарш внутри прожарился. На большом огне жарить нельзя, иначе будет внутри фарш тогда сырой. Делаем дальше. Поставлю. Такие красивые получаются, да? Прям такие румяненькие, золотистые. Жарим дальше. Ну вот, песня закончилась. Я закончила свои чебуреки лепить. Все, зарумянились наши чебуречки. Будем снимать. Видите, какие красавцы. Ну все, дожаривается у меня мои чебуреки. Давайте вот и я попробую. Прям вот холодненький вот разломим. Вот видите. Какой вкусный. Прям вот куриный фарш. Он такой нежный-нежный. Лучок прям чуть-чуть похрустывает. Объедение. А тесто вообще прям губами можно откусить. И вот они будут лежать хоть сколько, пока не съедим, и будут такие же мягкие. Ну все, всем пока. Пеките тоже чебуреки в такую дождливую, ненастную погоду, как у нас. У нас вообще очень холодно. Хочу в Сибирь. Кто в Сибири живет? К вам еду. Ну, шучу, конечно. Ну все, всем приятного аппетита, всем пока-пока. Кому нравятся мои видео, подписывайтесь на мой канал. Всем вам здоровья, всех вам благ. Ну все, всем пока. На этом я заканчиваю свое видео. Видите, какой у нас ливень. Ливень. Вау. Вообще, прям вот бегом бегу по лужам. Ой. Такая вот у нас погодка. Все открывать надо, пусть польет, а на ночь опять закрывать. Всем пока-пока, с вами была Галина Красюк, пока!